Всем громадный привет! Вы на канале Супергекты. И сегодня я вам покажу новинки 7-го каталога Faberlic. Да-да, ну и не только новинки, разумеется. В общем, если вам интересно, непременно оставайтесь со мной и погнали! Вот у меня целая коробочка с этих сладостей разнообразных. И также новый каталог. Выглядит он вот таким вот образом. Довольно-таки яркий, красивый и интересный, вероятно, внутри. Мне кажется, он даже потолще предыдущего. В общем, любопытно будет изучить тему того, что там находится внутри. Кстати, в 7-м каталоге, оказывается, будет проходить мега-акция. Вообще это круто, смотрите. Можно выиграть 2 автомобиля Kia Rio X-Line, также 15 телефонов Samsung Galaxy S10+, 2500 наборов iSeoul, активный крем и витаминный тоник и 250 наборов Expert массажер и Wow Roller для лица и тела. Новинки, кстати, каталога номер 9. Воу. Ну что, собственно, для этого нужно? Всего-навсего с 29 по 19 мая сделать и оплатить заказ по каталогу номер 7 на сумму от 300 рублей, округлим, от 299 рублей. И, в общем-то, можно получить гарантированный подарок и шанс выиграть главный приз. И эта мега-акция проходит для зарегистрированных пользователей, поэтому, если еще не зарегистрированы, проходите по ссылке внизу и регистрируйтесь. И начнем мы, естественно, с новинок. И это, это корейские новинки. Это так здорово, что в Faberlic появились корейские товары. Вот она, целая система ухода за кожей лица, и я взяла все. Поэтому рад. Но начну я с тоника, потому что именно этот товар я уже попробовала. Витаминный тоник для лица, витаминный. Это увлажняющий тоник. Он обогащен комплексом витаминов и экстрактом азиатской шелковицы. Белый, эффективно питает, увлажняет кожу, способствует борьбе с несовершенствами. Ну, все очень даже так многообещающе, не правда ли? Вот что мы можем наблюдать внутри. Ну, естественно, вот такой бутылек с пульверизатором. Ох, и я уже нанесла его на себя, как я сказала. Мне очень понравилось. Начинаю с такого какого-то нежного фруктового аромата и заканчивая, конечно, действием, которое ощутилось на лице моментально. И речь идет о эффекте, то есть, знаете, как бы охлаждает, и кожа будто бы начинает напитываться кислородом. Ну, какие-то такие ощущения очень-очень приятные. В общем, осталась я крайне довольна данным продуктом. Остальные два я еще не пробовала, но, тем не менее, давайте о них тоже поговорим, естественно, и посмотрим, как они выглядят внутри. Это у нас что такое? Пенка для умывания, да. И что нам обещает пенка? Ну, в первую очередь, она мягкая, с воздушной текстурой. Ну, знаете, я подозреваю, что это просто вот вы выдавливаете, и она пышная, пышная такая пена на руку вам ложится. И далее вы умываете лицо. Великолепно очищает кожу от макияжа, скопившегося себума. Так, городской пыли, даже вот вплоть до такого. Благодаря наличию питательных компонентов не пересушивает кожу, освежает ее и дарит ощущение чистоты. Тут даже есть на самом деле инструкция, как пользоваться, и это довольно-таки любопытно. Итак, раскрываем коробочку. Я еще тоже не видела. Ну, так вот, чтобы воочию. И, собственно, можем наблюдать достаточно тоже обычный бутылек для такого рода пенки. Ну, думаю, будет радовать. Вообще, достаточно классная серия, я считаю. Ну и, наконец, о да, гидрофильное масло. Очень я его хотела, на самом деле, как только увидела, думаю, вот гидрофильное масло, очень хочу. У меня есть опыт использования гидрофильного масла, поэтому я знаю, как с ним обращаться. Вот и все. Это уже круто. Пользоваться гидрофильным маслом очень легко, но одновременно хитро. То есть не просто пенку нанесли и смыли. В общем, вам надо на сухую кожу нанести гидрофильное масло, помассировать кожу, а затем добавить уже воды. То есть начать смывать и тоже вот так массировать, и у вас будет пена. Вот пена тогда появится. И смываете, а далее вам придется еще помыть как раз-таки следом кожу вот этой пенкой. Не все вот так просто, но все равно классно. Собственно, гидрофильное масло, ну, по крайней мере, из моего опыта, те, что были масла, они прекрасно справляются с любого рода макияжем. Так что великолепный продукт. Масло я уже смотрела, как внутри выглядит, понятно, потому что не могла не посмотреть. Но вот это пластиковый такой бутылек, выглядит приятненько. Все очень даже, да, такое драгоценное маслице. Ну, в общем, осталась я тоже довольна. Пока только, конечно, на уровне визуализации, но гидрофильное масло, оно и есть гидрофильное масло, и оно должно меня радовать.
Ну, а теперь я вам покажу еще одну новинку. Это новинка для дома уже. Концентрированное средство для мытья посуды с ароматом красного грейпфрута. Вот так все это выглядит. Ярко, сочно, по-летнему определенно. Ну, аромат. Аромат грейпфрута, естественно, и знаете, как будто каких-то белых нежных цветов. Вот у меня муж, когда вдохнул аромат, он сказал, что ему прям очень-очень понравился. Вот так. Ну, знаете, да, как пользоваться? Можно разбавлять с водой в каком-то процентном соотношении на ваш выбор, а можно не разбавлять и пользоваться вот прям как есть. А теперь давайте я вам покажу товары, которые я взяла по промо-акции. В первую очередь это вот такие вот салфетки для интимной гигиены. Серия Stör de Mor. Ну, так, наверное, примерно звучит по-французски. Да, ну, для чувствительной кожи. Сейчас. Ну, аромат очень-очень нежный. Такой цветочный какой-то. Салфетки на ощупь меру влажные. Наверное, такими они и должны быть. А второе, что я взяла по промо-акции, это вот такая туалетная водичка для мужчин. Vent Adventures. Ну, чем меня она заинтересовала? А вот таким образом выглядит флакончик, такой морской приятный. И заинтересовала меня эта туалетная водичка описанием, разумеется. И по описанию мне показалось, что она будет хороша именно подростку. Да, брала для сына. Но в итоге нет. Этот аромат, безусловно, для уже взрослого мужского пола, причем деловых мужчин, вы знаете, серьезных мужчин. Поэтому я поняла, что, ну, как минимум, просто для взрослого мужчины. Поэтому я поняла, что это идет мужу, поскольку, ну, он очень такой, знаете, все-таки мужественный. Мне по описанию казалось, что он такой легкий, а нет. Вот, так что имейте в виду. Это даже, я честно могу сказать, даже можно было бы взять мужчине пожилого возраста. Этот парфюм настолько вот он серьезен. А здесь цитрусы, древесные какие-то аккорды, мох. Ну, такой интересный деловой аромат. Вот деловой его назову или серьезный аромат. Ну, сами понимаете, то есть он никакой такой. Ну, идем дальше. И теперь я вам хочу показать еще вот эту Stör de Mor серия. И это у нас генические прокладки с анионовым чипом. Дневные. Вот решила попробовать, посматривала и думаю, ну пора попробовать. И, в общем-то, они у меня, как вы можете наблюдать, здесь вот так открывается, очень удобно, наклейка такая. И аромат такой травяной исходит. Вот. Тут же у нас находятся сами прокладки. И в общем-то, мне есть что сказать, они действительно, знаете, с такой какой-то прослойкой, вот этим, видимо, чипом, он пахнет травкой, то есть они реально пахнут травкой. И это мне показалось довольно-таки милым. Также в этот раз мне очень захотелось взять вот этот гель. Это у нас Beauty Cafe серия «Вишневый конфитюр», гель для душа. Боже, такой прекрасный аромат, я, естественно, его уже послушала. Так, сейчас просто лежал. Ой, вообще обалденно пахнет, да, вишневым конфитюром, вишневое вареница такое, знаете, прям обалденное вообще. Вкусняшка, одним словом. Ну и последнее, это уже у нас по хозяйственной части. Да, ультракондиционер для белья с аромакапсулами. Решила вот такой розовенький взять. Меня заинтересовало. Смещает белье, облегчает процесс глажения, придает белью нежный цветочный аромат. Все это так, все это не просто надписи. Действительно, очень хороший кондиционер у Faberlic. И тут мне понравился, конечно же, аромат. Он восхитителен. Ой, такой насыщенный, такой ярко-цветочный. Здесь изображена орхидея. Ну, пожалуй, я бы сказала, что так именно и пахло бы орхидея. Если бы пахло, по крайней мере, декоративная орхидея, конечно, не имеет аромата. Но, тем не менее, вот здесь я бы сказала, что это, да, именно аромат орхидеи. И он меня абсолютно точно вдохновляет. Ну, а на этом ролик заканчивается. Если вам понравился, то ставьте лайк, подписывайтесь, если еще это не сделали. Ну, а также порекомендую вам пройти по ссылке внизу. Да, кстати, акция проходит для зарегистрированных пользователей, поэтому вам необходимо быть зарегистрированными обязательно, да. Тогда вы сможете поучаствовать уже в следующем каталоге в прекрасной мега-акции и выиграть подарок. И это, вау, это очень-очень круто. Ну, в общем, всех люблю, целую. Всем удачи. Проходите по ссылке внизу, кстати, для регистрации. И всем пока.